XX, с вами Билли Викс. Всем привет! Как вы можете заметить, у меня на столе стоят все куколки из серии «Драконьи игры» Dragon Games, за исключением эксклюзивной куколки Poppy O'Hair с ее дракончиком, феечек Пикси, а также других трех виниловых фигурок дракончиков, которые как раз-таки прилагаются к этим куколкам. Но сегодня совсем не о них, а о Teenage Evil Queen, что дословно переводится как «Несовершеннолетняя злая королева», ну или же «Подросток». Кстати, у нее есть и второе имя – Мира Шарц. Слово «Мира» очень созвучно со словом «Mirror», что переводится с английского как «зеркало», а «Шарц» – это «осколки». Получается «осколки зеркала». Собственно, в образе Мира Шарц как раз-таки много черного цвета и серебристых оттенков, словно осколков. Для всех этот персонаж известен под именем Мира Шарц, хотя на коробке так не написано. Все Teenage Evil Queen да Teenage Evil Queen. Коробка у куклы нового стандарта, в форме подковы. Есть очень красивые узоры. По бокам вставки в виде разбитого зеркала. Задняя часть такая же красочная. Наверху, как обычно, имеется текст. И чтобы нам иметь представление об этом персонаже, сейчас я вам его переведу. На первый взгляд, это кажется новый персонаж Weaver of the Hive. Правда есть в том, что она на самом деле неизвестная злая королева, мама Рейвен, которая магически превратилась в подростка. Оставаясь злой и хитрой в течение этих лет, она в конечном итоге вышла из магического зеркала. Злая королева без сомнений вынашивает план, который она воплотит в драконьих играх. Внизу есть анкета. Мира любит править над всеми друзьями. У нее есть злое заклинание. Плохие дни заставляют Миру приключать слова «проклятие». Мира любит читать о злой королеве, поэтому ее любимый предмет – это история злых чар. А нелюбимый предмет – это управление королевством. Лучшая подруга – Рейвен Куин. Мира пишет о Рейвен, что она лучшая, но она должна быть более злой. На оторванном листочке есть напоминание, что на сайте можно поиграть в драконьи игры. Хотя, зайдя на сайт, мы не обнаружили игры. Видимо, мы слишком рано получили эту куклу. Ну а вообще, скорее всего, игра еще в разработке и скоро загрузится на сайт. Внизу коробки есть рамочка и три персонажа в этой серии. Рейвен, Дарлинг и Холли. Правее арт самой Миры. Здесь она стоит в стиле: «Ой, вы про меня говорите? Да, это я самая крутышка. Не говорите больше ничего». Кукла сделана в Индонезии. Задняя коробка представляет нам крутой замок. Господи, да вы только посмотрите на эти этажи. Мира говорит: «Я на пятом этаже живу. Приходи, поболтаем». Та смотрит и думает: «О, боже, что это такое?» Не, ну вы сами понимаете, как на таком рисунке найти, где находится этот этаж. Но если вы не поняли мою шутку, вернее, это не шутка была, неважно, совсем неважно. Просто либо я слишком остроумно шучу, либо я слишком тупо шучу, либо вы слишком умные, либо я слишком тупая. Кто понял, ставь лайк. Если вы не поняли мою шутку, то простите. Куколка является специальным выпуском. Дневник – это такое вот разбитое зеркальце. Кукле также прилагается серебряная расческа и серебряная подставка. У Миры светлый тон кожи, который очень схож с Рейвен Куин. Собственно, как и общий образ героини. Глаза куклы светло-фиолетового цвета и подведены сиреневыми тенями двух цветов – сиреневого и розового. Кстати, обратите внимание, что верхнее подвижное веко у куклы выпуклое, помада у Миры Шарц фиолетового цвета. Если у Рейвен волосы черно-фиолетовые, то у Миры Шарц они ярко-красные с фиолетовыми прядями по бокам. Волосы Миры Шарц убраны в высокий хвостик. На голове у куклы затейливое украшение с причудливым узором, которое крепится по всей голове. В ушках у куклы черные длинные серьги, свисающие вниз. Украшений у Миры Шарц огромное количество. Чего только стоит ее черно-серебряный доспех с воротником из перышек и черные перчатки, цепляющиеся как кольца к пальцам куклы. Они выглядят действительно по-королевски. Платье Миры Шарц сделано в черно-белом цвете
с примесью серебряного. Верх выполнен в стиле футболки из блестящей ткани. Круглый вырез, короткие рукава. Юбка состоит из трех слоев. Первое – сетчатый верх с рисунком перьев, также белый подол и черный подъюбник с узором треснувшего стекла. На ножках куклы открытые черные туфельки с перьями и шипастыми лозами. Ну а на этом все. Напиши в комментарии, как тебе куколка и как тебе мой обзор. Поставь лайк и подпишись на канал. Пока-пока!